Здорово. Вы очень сильно одобрили предыдущую часть по дерзкому модератору и показали это в лайках, а также комментариях. И благодаря этому вы смотрите прямо сейчас вторую часть по дерзкому модеру. Короче, просьба, бахайте лайки на этот видосик, чтобы попробовать перегнать лайки с предыдущей части. Честно скажу то, что лайки помогут выйти в рекомендации и привлечь больше новых подписчиков, а также зрителей на конкретно этот видосик. Ну а на канал еще пришла новая аудитория, которая не понимает до сих пор смысла этой рубрики. Например, одни пишут то, что я просто как провокатор выступаю и людей провоцирую на нарушения. Но, знаете, они сами виноваты в том, что они нарушают и просто забывают о каких-то правилах, которые их должны как-то, ну, сдерживать. Короче, не буду заострять на этом внимание, потому что у каждого есть свой ряд вопросов относительно вот этой вот рубрики с такими видосами. Но скажу то, что играл на кайфлайфе, но айпишник я оставлю на кавайлайф, потому что этому серваку намного больше сейчас требуется актив и онлайн в новых игроках. В то время как на кайфлайфе забиты 90-90 слотов в середине дня, на кавайлайфе где-то 30-40 максимум человек, больше 40 в основном онлайн не поднимается, это очень обидно. В общем, всем приятного просмотра, заходите по айпишнику в описании, а мы начинаем видосик. Ой, до свидания. Почему? Можно там, где, короче, переулок в этой мусорке. Меня ограбили, полицейский. Меня пограбили только что, алло. Помогите. У вас есть лицензия оружия? Я хотел приобрести ее, только Камчас начался, и мэр не принимает никого. Но я мог бы с вами договориться, дать вам, допустим, ладно, денег. Хорошо, вот, постой. Держи десятку, будем считать то, что я, ну, как бы, меня имею лицензию. Меня только что ограбили. Держи через балкон, и значит пойдем. Блин. Так заебали этой, блин, голову себе отпилить этой болгаркой, суки. Ебать, РП, ты чё делаешь, блядь? Слышь ты? Ты нахуй творишь, блядь? Хуйло, блядь. Ебать, взял меня, раздамажил просто, пидорас. Для всех тех, кто будет сейчас ныть, что я достал дробовик в мэрии. Значит, идите в очко. По-вашему, размахивать супер кулаками мафиозника в мэрии при людях это нормально, то есть бегать, таскать ящик и бить по нему, как по боксерскому мешку, это тоже нормально, да? Ладно, будем по-народному действовать-то. О, hello, yeah! Ты чё это ты делаешь? Чё ты творишь, блядь? Долбоёб, что ли, совсем? Я ему дал шанс, кстати говоря, пацаны. Он мог меня очень спокойно за секунду, блядь, уложить, если бы стрелял точнее. Продавец! Я револьверы хочу! Блядь. Ты чё, блядь? Ты чё творишь, нахуй? Не ссы. Я это, револьверов хочу купить. Откройте, там стрельба, полиция, откройте, помогите, пожалуйста. Меня ограбить хотели, но... потом, когда они увидели то, что людей много, вот... А, ну вот, продали квартиру. Заходите, полиция, помогите, пожалуйста. Все, полиция, заходите. Я тебя понял. Хату продал, я не понял. А это что было? Лошадь. Стой, Нидл, посмотри, пожалуйста, логи. Посмотри, пожалуйста, логи, скажи, кто меня убил. Это 2 секунды буквально займет. Ник, просто скажи, я его в джау кину за фрикил. Еблан этого. Говори, что хотел. А чё хочешь ты? Чё ноешь? Да, а вот тут нет. Нахуй ты не слил. Это полувежи, я конечно просто замахнул. Сейчас 2 секунды за фрикил челика заджалю и все, долбоёб. Мафия, я видел клуб мафии русской. Он с Петром был сплавный. И как раз таки на цементе есть как раз таки окна, два окна.
и с помощью этого окна я мог легко пострелить этого дебила и убить его. Дальше чё? Чё я его убил? Ну, я стою. Залетает эта хуйня с молотком, начинает ебашить по дверной раме вот этой, где это, дверь оружейника нахуй. А без каких-то там причин, предупреждений, всего тому подобного, молча забежал, ёбнул по двери. А, оружейник, блядь, естественно, как бы в ахуе стоит, потому что, ну, блядь, к нему челик в маске петуха залетел, думает, его, типа, сейчас тоже к себе на тот свет заберет. Начинает ебашить ему окно спокойно в чужой хате абсолютно. Я решил вмешаться, потому что хочу купить у оружейника себе пистолеты. Кстати, он мне вот выкинул пистолет, показал новый. Я не помню, какой там, King Cobra, короче. Я решил защитить оружейника. Ёбнул этого подсока с дробовика, вот и все на этом. Нехуй махать молотком, спрашивается, зачем. Во-первых, я не бил ни дверь проем, а просто удары по крыше, это раз. Да, второе, вообще похуй, нехуй махать молотком, я тебе еще раз говорю. Че ты, блядь, хочешь от меня? Ты че хочешь, спрашиваю? Нехуй махать молотком, это можно воспринять как угодно. Я кого-то хоть ранил? Ну, просто, я кого-то ранил вообще. Блядь, где ты видел, что люди такими молотками, которые в рост, вот, по высоте, как пол человека машут ими, блять, просто так в открытую, в чужой хате окна разбивают. Ты чё, ёбнулся, или тебе ещё на нон-РП дать джайл, блядь? Ничего, чтобы не вернули оружие, я потерял. Ничего я тебе не буду возвращать, блядь, сидишь за наказанное, вообще, заслуженное наказание свое. Не еби мне мозги. И админу тоже. Чё? Да отпусти его нахуй, он не нужен тут вообще, блядь, он бесполезный, сука. Он просто так жалобу подал, потому что ему, блядь, не понравилось, что его убили, блядь. Да, нехуй махать, да, блядь. Да нахуй ты сказал, нужно, это дерьмо, ничего не нужно. Да иди нахуй тогда отсюда, слышишь, блядь? Позвал на разборки, чтоб тебе оружие вернули. Ты чё, блядь, время админа тратишь, сука? Слышишь, заканчивай разборки, начинай другие с этим. Я адекватный абсолютно, это ты, блядь, берешь, жалуешься админу на меня, и в итоге я тебя когда спрашиваю, что тебе от меня нужно, ты говоришь, ничего, блядь. Давайте, тэпайте, блядь, они меня уже заебали, сука, берут, нарушают, и потом ноют то, что я, блядь, их сажаю просто за так. За фир РП. Угу, ну давай, фир РП. Я хорошо, я сейчас объясню. Я захожу, вижу вывеску оружейного магазина, хочу приобрести оружие. Открываю только дверь, и мне только тут же начинает влетать пизды просто на все ХП, которые я вижу. Вот. Магазин на меня весь выстрелил, я не понял, почему, я у него спрашиваю, то есть, зачем ты меня стреляешь? Полетели в ТЦ, я тебе покажу, где я достал оружие, кстати говоря. Пойдем, пойдем. А демки у тебя нету, демки нету, Чен, правильно? Ну, а мне она нахуя, на меня жалуется, а не я жалуюсь. Я вот здесь дверь открываю, она на меня открывается, и этот начинает ебашить меня с автомата. Вот, я бегаю, блядь, от него вот так вот пытаюсь, чтобы в меня не попали, не убили, чтобы выжить, блядь. Это уже я фир РП отыгрываю, то есть я боюсь, блядь, мне как бы страшно, блядь, меня пиздить начинают. 7 хп остается, понимаешь? Стой, не неси. Фир РП, он имеет в виду то, что я оружие достал, блядь, на оружие. Смотри, где стоял он в этот момент и где стоял я. Вот здесь он стоит, меня стреляет. Я отбежал за колонну, пока он перезаряжается, то есть я с его поля зрения частично пропал. Я достаю дробовик, выхожу, пока он заряжается, я его ебашу с одного выстрела и ухожу дальше. Ага, понял. Ну стоп, у тебя есть скрин хотя бы того случая? Нет. Ну, то есть что ты стал за клоном, потому что, ну, как бы, мне надо как-то... Нет. От меня вы что хотите? Ну, просите у него пруфы, доказательства того, что я его убил, точнее достал оружие на оружие. Сейчас. Давай. Что, там никого не было. Ну чё ты, блядь, рассказываешь тут сказки? Окей, я ж за колонну отошел. Демка скрин есть у тебя? Демка скрин. Все, нет, есть, блядь, демки, нет скрина, все гуляет. Я тебя закрываю по причине... Нет, ну по сути он тебя убил по весомой причине, если он тебя там убил. Ты зашел в магазин, который он грабил, типа, он думал, это может ты, типа, вломились, такое бывает. Ну, типа, на фир РП нет доказательств, я закрываю жалобу, приятные игры. Пиздец, они вообще ёбнутые, ни один меня не может джайл посадить.